багаж даем, второй багаж. А где горбуха? Нет, нормально. Спартак, давайте. Так, я просто, чтобы видно было, что мне нужно самолет. Спасибо. Так, блин, ты все здесь собрала. Тут здесь. Угу. Рис, повернись ко мне. Один микрофон ты мне потом даешь. Вот я смотрю это. Здесь еще одного нет микрофона. А, вот он. Сейчас я его поставлю. Сплюм, отойди. Что мы делать будем? Решуня. Погоди. Ну куда ты, Валер? Что за человек? Катя. Настроить барабан. Сумочка. Видишь здесь? Мучаюсь. Ну, я как только начинаю тебя фотографировать, ты сразу куда-то не прячешься. Прися. Подожди. Ну давай хоть посмотри быстрее. Рикунь. Рикуня. Рикуня. Мы с тобой прибыли в гостиницу замечательного города Ханты-Мансийск, в котором завтра ты будешь давать концерт, играть на барабанах и покажу всем свой мастер-класс. Мы все обустроились. А теперь мы быстренько пробежимся по гостинице, в которой нас ждет детей, ваши уважаемые директора и так далее и прочее. Давай, давай покажем всем гостиницу, невероятную красоту. Давай, идем сюда. Это волк? Ну что? А что стоит? Ну да, правильно. Он пусть отъедет. Обойди, обойди. Выступили, Катюня, Ханты-Мансийске. И ты показал всем, где раки зимуют. Но достался ты, конечно, у нас нелегкой ценой. Цветы, пожалуйста, пожалуйста. Ревайда лишилась зуба. Ну ничего, все бывает в бою, правильно я говорю? Зато какие цветы, Катюня.